Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня мы идем всей семьей в гости к племяннику на день рождения. Супруга уже упаковала чудо-юдо с пультом управления. Такую замечательную упаковочную бумагу сделала, такой вот цветочек. Это все очень красиво и ребенку, конечно, понравится. Но в довесок к этому, как всегда, она у меня рукодельница, вот такой вот веганский букет. То есть игрушки игрушками, но чтобы у ребенка были витамины, здоровье, радость и счастье от жизни, надо вот, и вот такими букетиками наших деток радовать. Не всякими там шоколадками, конфетками и прочими минтусами, а вот такими вот живыми витаминами, кстати, очень приятно пахнущими, очень аппетитные, так и хочется прям взять его и съесть, укусить и яблочко, и грушу, и мандаринчик. Такая красота. Букет весит немало. Тут, я не знаю, килограмма два фруктов есть. Вот это вот 2 килограмма энергии жизни, а не той отварной еды, что обычно мы употребляем на день рождения или там всякие торты. Так что дарите вот такие вот веганские букеты. Таким букетом вы подарите человеку энергию, жизнь, здоровье. Не сразу же все, но маленький кусочек здоровья будет подарен из ваших рук, сделанный вашими руками, с вашей позитивной энергетикой, мыслями, эмоциями. Он уже будет лечебный. Просто даже по эффекту плацебо и не только. Ну а если еще учесть, что это кладезь витаминов, то эффект будет ошеломительный. Так что призываю вас делать вот такие вот красивые вещи. На ее изготовление пошло шпажки для шашлыков. Так, поближе показать. Вот по 3 штучки, там по 2 каждый фрукт натыкается. Они очень твердо сидят, не болтаются. Вот его можно даже потрепать. Никуда ничего не денется. Букет хороший. До этого делали с цветочками, там другой ролик есть. С цветами тоже красиво. Это как-то без цветов тоже нормально. Сегодня просто еще и цветочная база не работает. Ты, я думаю, ребенку сильно цветы не нужны. Хотя они там тоже такие всякие желтые, красные, оранжевые, сочные цвета. Да или какой-нибудь холодочек можно было бы добавить. Ну и сам самостоятельный фруктовый букет тоже вполне очень даже хорошо выглядит. Так что желаю вам создавать такую красоту своими руками, радовать родных и близких. Потому что мы же сами знаем, что внимание, забота нам вот это важна. Да, можно откупиться там. 1000 и другой, купив там безделушку, не безделушку, на, подарок, получи. А можно вот такой вот от души. Вот мне племянница тоже дарит всякие поделки, сделанные своими руками. Да для меня это самые дорогие подарки, и для меня много раз дороже, чем те, если бы она мне, допустим, даже купила за денежку. Хотя опять, если бы от души и со смыслом, конечно, такому подарку я всегда, конечно, рад. Ну а так, всех благодарю за внимание. Поставляйте лайки, подписывайтесь, комментарии. Всем всего доброго, счастья, здоровья. Пока-пока.